Сглазили. Вот так мы говорим, когда жизнь вдруг круто меняется, а именно в худшую сторону. Если верить магам и колдунам, то мы ежедневно подвергаемся атакам дурного глаза. Вызывающий наряд или яркий макияж – все это привлекает к вам чужие взгляды. Как же распознать дурной глаз и как от него защититься? Я сама пробовала как бы вот это убрать. Я поставила яйцо сырое на ночь около изголовья кровати, около с дочериной стороны, да, и с его стороны. Эксперимент с яйцом подтвердил, что ее зять Алексей действительно стал жертвой сглаза. А у него вокруг желтка одна такая плотная белая вот такая как бы кольцо. Очень, да, это как, да, целое кольцо. И я говорю, это кто-то один и очень серьезный, и очень как бы большой, да, человек. Существует несколько способов выведения сглаза. Если вы сильная личность, вы можете его себе смыть. Вот. Просто помыться под душем, повернуться, значит, три раза по часовой стрелке, держа себя за пупок, и скажи, как сглаз схватил или схватила, так сглаз и уйди. Через пупок уйди, уйди, уйди. Более сложный метод выведения сглаза – это выкатывание яйцом. Этот метод многие называют бабушкиным методом. Вы верите, что человек может от сглаза пострадать? Да, это я верю. В детстве у меня было. А что было? Ну, сглазили меня, я упала в обморок, и все. Вот сказать, что это... Это а было... Как, а как вылечили? Ну... Бабушка, наверное, лечила, да, какая-то, бабушка, да. Известно, что обладатель дурного глаза почти никогда об этом не знает. Специалисты в этой области рекомендуют проводить специальные ритуалы. Через Людмилу на Алексея. Выводите. Будьте осторожны. В этой области, еще до конца не изученной, встречаются разные шарлатаны, черные маги и колдуны, которые могут причинить много вреда. Каждый из нас может определить, когда на него наводят порчу или сглаз. А вот избавить от этой напасти могут только специалисты.